Дмитрий Куликов – первый зампред правительства и начальник департамента финансов региона. Своим финансовым положением сейчас похвастаться не может. Он оказался в списке должников на официальном сайте службы судебных приставов. Сумма долга – порядка 102 миллионов рублей. Исполнительный лист поступил из суда 17 февраля. Днем ранее Куликов якобы по просьбе губернатора снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Ивановской администрации. Вероятно, именно долг стал этому причиной. Судебным решением постановлено обратить взыскание на залоговое имущество. То есть было заложено имущество, и в перечне этого имущества имеются земельные участки, недвижимость, строение в общей сложности на 500 миллионов рублей, как указано в исполнительном листе. Помимо этого еще и непосредственно с Куликова Дмитрия Анатольевича постановлено обратить взыскание на имеющиеся у него акции в количестве 100 тысяч штук, по-моему. Работа по этому направлению у нас ведется. Данный исполнительный документ передан в специализированный отдел по особо важным исполнительным документам. Работа в отношении высокопоставленного должника будет продолжена в обычном порядке. Никаких привилегий ему не будет.